Сегодня, исходя из того, что мы имеем, я официально свою позицию озвучил. Я сказал, что за Петра Порошенко нельзя голосовать. Ни в коем случае он свою повестку исчерпал. Поэтому я лично буду голосовать за Владимира Зеленского. Моя позиция предельно проста. А вы голосуете за Владимира Зеленского как за актера или как? Потому что, я не знаю, мне из Москвы, например, не очень видно, что Зеленский предлагает украинцам. Я голосую за Владимира Зеленского как за шанс для Украины. Петр Порошенко, подчеркиваю, это вчерашний день, причем плохой вчерашний день для Украины, о чем я все эти годы последовательно говорю. Владимир Зеленский, которого я знаю много лет, по крайней мере, хороший человек. Раз. Это немаловажно. Он воспитывался в очень хорошей профессорской семье. Это тоже немаловажно для меня. В семье ученых. Он человек, который сделал себя сам. Он богатый человек. Очень богатый человек. При этом он не украл ни копейки из госбюджета. Он никогда не воровал. Он делал себя, свою команду. Он шел к успеху, он добился этого оглушительного успеха как актер. Сейчас мы посмотрим, каким он может быть политиком. Хочется надеяться, что хорошим. Но если вдруг он будет плохим политиком, Украина такая интересная страна, что мы меняем политиков, которые нам не нравятся. Да мы завидуем уже, Дмитрий, уже завидуем. Страшно, правда.